запрос. Ну, можно, да? Владислав Саш, я поняла, что вы считаете, что тот экономист, который придет на производство, закончивший экономический вуз, к чему у нас все при высшей школе экономики Москвы, там вот жестко, так сказать, диктует нам, его надо переучить за инженера, вы сказали. Нет, это невозможно. Ну, вы сказали. Нет, нет, я не так говорил, я говорил наоборот. Наоборот, это невозможно, это нереально. Для нынешней, это хорошо бы вот так вот поставить задачу. Но для нынешнего уровня преподавания в школе, для нынешнего отношения к физикам, это нереально просто. Может быть, где-то в далекой перспективе это ему и нужно делать. Хорошо бы вот таких специалистов получить, которые сегодня землю попашут, напишут стихи. Это, так сказать, не так уж плохо. Но надо реально смотреть, что сегодня мы имеем. Мы имеем. Ну хорошо. Но вы, наверное, согласны с тем, что, скажем, технический вуз такой, как вы имеете, поскольку мы сейчас заботимся этим, очевидно, имеет потенциал дать инженерную составляющую нормальную. Ну ее воспринять ваши студенты. Они уже выбрали экономическую область, чтобы физику не учить. Все, это уже не сдается. Да, они изначально уже выбор сделали. Я еще раз говорю. Подождите, факт это. Мы действительно сейчас исключили физику из менеджмента буквально несколько лет назад, потому что наше министерство нас к этому принудило, а у нас были годы первые, когда мы начали заниматься этой проблемой. И, кстати, поставили ее не мы, не лингвисты, не экономисты, а поставили эту проблему ученые технические, наши. И имена эти, я обязательно, наверное, вы знаете, но не важно, это представление некоторые уже ушли. Именно так стоял вопрос. Именно так. И если мы сейчас опять закроем этот путь и эти ворота, и не будем думать о том, что это необходимо, вот тогда-то они и будут все вот эти работать для Абрамовича и так далее, и так далее. Потому что именно тогда будет, понимаете? И именно тогда они будут все бежать в тот сектор, который будет. И вы правы, сейчас трудно, но вот эта капля, она должна где-то появиться, правильно? Эта капля. И почему не военмех? Почему? Да нет, я все говорю, военмех. Я все против военмех, главное против меня лично. Да. Нет, давайте так, я еще раз говорю, может быть, я еще раз эту мысль чуть-чуть, не помягче, а просто это самое. Я еще раз говорю, что я из промышленности, а в промышленности слишком, так сказать, усилия и силы не тратят на то, что безнадежно. Они более реалисты, кстати, потому что у них физическое образование, они выходят из того, что есть. Это я вот так говорю. Так я еще раз говорю, если я вижу, что уровень образования падает, да нужны нам специалисты, да если... Секундочку. Но вы не сделаете из нынешнего субстрата, который вам готовит школа, вы не сделаете из тех, которые к вам приходят, вы не сделаете хоть сколько-то каких-то инженеров. Так лучше на этом деле на какое-то время, пока не поднимут школьное образование, остановиться и не копья не разделять. Может, наступит время. Если мы даже думать об этом не будем, мы их и завтра. Не, ну думать-то можно всегда. Я, например, ночью не сплю тоже. Вы торопитесь, или у вас есть еще 2 минуты, 3, да? Потому что сейчас вот как раз есть хорошая школа железнодорожного университета, да? Где у них идут ребята, они готовят экономистов конкретно для железнодорожной отрасли. И почему? Я сейчас только скажу. Может быть, какая-то конкретная область, какая-то. Вот. К сожалению, у меня радиоэлектроника. Так радиоэлектроника, она... Ну, так у вас, тем более, она более философская. Да. Да? Есть, может быть, понимаете? А вопросы, которые касаются... Тот же вопрос бакалавры и магистры. Да. Там, где эксплуатация, там бакалавры и магистры, Там, где этот самый создатели, производители, разработчики, эта структура не работает, потому что за 3 года невозможно сделать. Поэтому я вполне убежден, что в Академии гражданской авиации, в Лиечке, можно найти такие хорошие схемы, потому что они готовят для эксплуатации. Для эксплуатации. Это немножко попроще, чем создавать креативность, вот эту всю, это обеспечивать новую. Поэтому я... Ну, вам же тоже надо что-то эксплуатировать. Ничего не надо, мы создаем этот самый, и у нас зачастую те же эксплуатируют. Это же нельзя вообще пускать, да.